по ту сторону, но вначале в догонку вчерашнего сообщения. Посмотрев на европейских друзей, нашим ребятам всегда хочется повторить. Неважно что, лишь бы повторить. Пиратская партия намерена основать новую церковь и в России. Недавно русское отделение, так же как и заморские коллеги, получили отказ в регистрации, но это в качестве общественного объединения. А вот как церковь они хотят попробовать еще раз. Пиратская партия России выступает за свободный доступ к информации, книгам, аудио и видеозаписям в интернете. Филиалы пиратской партии есть во многих странах, а не только в Швеции, где им принадлежат два кресла в парламенте. В России пираты получили отказ. Минюст посчитал, что зарегистрировать организацию, выступающую в поддержку пиратства, невозможно, так как в Уголовном кодексе существует статья «Пиратство». Правда, статья эта направлена против морских разбойников, а не любителей бесплатного интернет-контента. Но Министерство юстиции это не смутило. А теперь все же заглянем по ту сторону. Профессор Института ядерных исследований Вячеслав Докучаев задает вопрос, возможно ли жизнь на планетах внутри черных дыр? И сам на него отвечает, почему бы и нет? По мнению Докучаева, в центре некоторых черных дыр при сочетании определенных условий возникает область, в которой возможно существование пространства и времени. А следуя самой теории черных дыр, пространство и время там бесконечны. Стало быть, живи кому и сколько не лень. Докучаев утверждает, что в местах под названием горизонт Каши могут располагаться частицы и даже планеты. Этот горизонт – не что иное, как скрытые субстанции. Резюме ученого таково. В ядре черных дыр могут жить развитые цивилизации. Причем, будучи невидимы снаружи, сами они могут обозревать всю Вселенную. Хм, так уж и всю. Тем не менее, приводя на память цитату из фильма, можно сказать одно есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это неизвестно. Заглянем в иные области неизведанных субстанций, в человеческую душу. Вот уж где масса неизведанного, и это при таком обилии направлений и ответвлений психологии. Так вот, церковь призывает использовать в этой науке наработки христианских аскетов. Богатейшее ранее христианское наследие достоянием современной науки не стало. Или стало, но не в полной мере, сетует Владимир Легойда. Как пишут автор, западная культура прошла мимо трудов отцов церкви и христианских подвижников аскетов. Тогда как эти люди веками изучали потаенные законы человеческой души, стресс, страсти, нервное напряжение, тоска от одиночества — недуги современного человека, изучаемые психологами и исправляемые психотерапевтами, хорошо известны церковному пасторскому опыту. У христианства есть колоссальный опыт анализа движений сердца, наверняка необходимый современной науке. А потому, по словам легоиды ситуацию изменить можно и нужно. Осталось заглянуть. По ту сторону экрана жители Европы сегодня доверяют телевидению больше, чем церкви. Данные по итогам соцопроса 16 стран Евросоюза. На первом месте по доверию уже не первую тысячу лет стоит Институт брака 67 ⁇ 67% опрошенных. Менее всего в Европе верят властям ⁇ 25%, и индустрии рекламы ⁇ 14%. В доверии радио и телевидению самый высокий процент снова показала Швейцария целых 70%, и это на 4% больше, чем в прошлом году. Самый большой спад доверия в европейских странах отмечен в отношении чиновников и церкви. Особенно пострадала бельгийская католическая церковь. Спад доверия на 14% за год. В общем, картина такая. Самыми признанными оказались области интернета, банкинга и прессы. Итак, когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Всем остальным задуматься тоже не помешает. Евангелие от Матфея, 24 глава.